버리기 쉬운 망라인이 새끼야. Но мы так или иначе очень нуждаемся в поддержке каждого старшего вайшнава. И мы приглашаем вас 1 числа, 1 марта, с 4 часов до 8, в удивительное место. Это Самадхи Йоги и его милости Ачеба Криданта Свами Шрила Прабхупады, его божественной милости Шрила Прабхупады. В этом Самадхи, в амфитеатре внизу, мы откроем этот фестиваль и постараемся вот эти дни, которые будут проходить, 1, 2, 3, 4 марта провести вот это настроение Господа Нитинанды. Господь Нитинанда – это самое милостивое воплощение Господа. Он очень хочет, чтобы все живые существа могли соприкоснуться со святым именем Кришны. И мы будем проводить семинары, у нас там будет обсуждение, вы там сможете задать свои вопросы, как начать помогать Господу Нитинанде, как сделать свой первый шаг. Также мы придем сюда в эти дни, в это место, и углубленно постараемся обсуждать эту миссию Господа Нитинанды, то, что делал Шрила Бхактивинода Тхакура, да, здесь же. И также будем обсуждать, обмениваться опытом.
У кого как это получается в своих городах? Насколько каждый из нас соприкасается с этими областями экономики? Поэтому я хотел вас от своего сердца, от имени Министерства проповеди пригласить на сайт мероприятия. Пожалуйста, приходите и приводите с собой тех людей, которые дороги вам. Потому что, как мы сейчас пели с вами, самое лучшее, что можно получить, это милость Господа Нитянанды. И милость Господа Нитянанды, она ничем не обусловлена. Ни тем, какой вы относитесь к религии, ни тем, какой вы относитесь к ятре, ни к какому-то образовательному проекту вы относитесь. Вы просто можете прийти для того, чтобы мы вместе могли соприкоснуться с этой милостью. Пожалуйста, приходите. Мы лично все приглашаем вас. Ходите. Hare Krishna, Prabhu. Это место, древнее построение, такое удивительное алтарь.